Я бы посоветовал ощутить себя Шерлоком Холмсом. Мне кажется, так интересно. Вот перед вами некоторая жизнь, вот перед вами некоторый набор событий, вот документы, вот воспоминания, вот сам человек про себя пишет, вот его стихи или проза, если вы пишете про творческого человека. Все начинает немедленно друг друга опровергать, все начинает немедленно друг другу приходить в какое-то противоречие. Ваша задача попытаться в этом как-то разобраться. Но если вот сможете вот такую, вы сможете такую цепочку выстроить, ваша биография обречена на успех. Когда вы садитесь за автобиографическое творчество, за производство автобиографических текстов, то в каком-то смысле вы уподобляетесь самой судьбе. Судьба сплетает нити нашей жизни, разводит их в разные стороны. И, что уж говорить, она перерезает их тоже. Вот примерно тем же самым, да, производством того же самого, вы можете заняться. Это не значит, что у вас тут же развивается комплекс мания величия. Нет, вы ходите по тем же тропам и смотрите на них. Вот это очень важно, да, взглядом уже другого человека. Не того, который по ним уже прошел, а того, который оглядывается.